что ж, прощаемся с аэропортом Бангкока и сейчас ожидаем посадки на наш маленький самолет, который перенесет нас на остров Самуи. Не получается вызвать по приложению, да? Почему получается? Давай узнаем. Доброе утро, друзья! Сегодня наш второй день пребывания на пляже Crystal Bay, и я не могу налюбоваться им. Мы окончательно убедились, что сделали правильный выбор. Этот пляж потрясающий. Сегодня 8 утра, мы ожидали, что будут отливы, но нет, вода такого же уровня, как и была вчера вечером. Мы решили сейчас первым делом пойти искупнуться, а потом уже будем подниматься на завтрак. И завтракать мы будем вон на том балконе с потрясающим видом. Вчера вечером ходили, выбирали, где же нам поужинать, но в итоге вернулись опять на наш пляж и поужинали здесь в местном ресторане. А сегодня хотим сходить в одно интересное заведение, нам посоветовали. Его владельцы два итальянца. Мы попробуем интересное сочетание тайской и итальянской кухни. Прям как настоящий, правда? Супер. Самые первые яркие впечатления от Таиланда у нас очень спорные. Мы вчера даже не могли уснуть. Ну, конечно, насыщенный был день. Езжали, обсуждали вообще все эти впечатления, с которыми столкнулись вчера. Поняли, что это, наверное, совершенно две разные вселенные. Вот это море, это природа, этот пляж, это красота невероятная. И все то, что происходит там, когда ты выходишь за территорию отеля. Колоссальная разница и, конечно же, совершенно разные ощущения от отпуска. И вчера вечером нам было довольно сложно передвигаться по острову, потому что мы еще не брали байк в аренду и поняли, что без него здесь вообще делать нечего. Но сегодня, конечно, нужно уже точно брать байк для того, чтобы свободно передвигаться и посмотреть все красоты этого острова. Я не знаю, почему здесь так мало людей. Ну, может быть, потому что еще 8 утра. А может быть, пляж просто не очень популярный, как тот же Ламай, например. Нам от этого, конечно, только лучше. Но мы также сегодня хотим сходить на соседний пляж Coral Cove. Посмотрим, как там. Да, как вы можете видеть, никаких лежаков на нашем пляже нет. Все раскладываются просто на полотенце. Ну и то, что касается песочка, вот такой вот он, серовато-белый. Не слишком крупный, но и не слишком пудровый. Самый отличный. Пляж очень аккуратный, и здесь отдельные сотрудники, конечно, занимаются тем, чтобы здесь было чисто. Самый главный и большой зонт на пляже, это, конечно, вот это дерево. И в основном, я так поняла, что все стараются забить места именно под ним. Даже в 8 утра здесь довольно жарко, поэтому все, ребята, бросаю камеру и бегу в воду. Я ему объясняю, что мне нужен кофе с молоком. Он кофе, милк? Окей, окей. Просто взял мне и молока вскипятил без кофе. Поэтому я тебе говорю, возьми еще один кофе просто без молока, а я добавлю молоко отсюда. Окей? Все отлично. Мне кажется, что через пару секунд я покажу вам настоящий тропический ливень. Потому что смотрите, какая большая темная туча надвигается, и прям видно, какой стеной идет дождь. Какие планы на ливень? До ресторана мы уже не добежим. Нет, я хочу под ливень попасть. Под ливень мы можем попасть, конечно. Сейчас, наверное, не очень тем, кто взял лодку и поплыл. Да, у нас с самого утра и до обеда было жарко, солнечно. И вот сейчас надвигается такая туча. Хотя, кто его знает, может быть, и она мимо пройдет, но сомневаюсь. Вот, видно, какой красоты уже дождик надвигается.
Синенький? Да. А чем он тебя привлек? Ну, он посвежее. Чем он тебя привлек? Из всех посвежее. А вот такой тебе не нравится? Смотри, мы можем сразу продукты туда загружать. Нет, сейчас вот так вот будет. Ну что? Сейчас 5 минут сказали это. Ну, сейчас компания придет. А, ну что, он горячий. Ну, все такие горячие. Ну, в общем-то, пообедать мы можем на территории нашего отеля при желании. Но почему-то все говорят, что лучше есть в каких-то отдельных заведениях, маленьких. Там будет и дешевле, и вкуснее. Ну, вот я так смотрю это меню. По сути, то же самое, что и вчера мы, да, смотрели. Ну, чуть-чуть подешевле, чуть подешевле, да? Да, чем в той. Чем там. Я думаю, что, наверное, территория нашего отеля небольшая. Ну вот наш номер, я не знаю, стоит показывать или нет, потому что у нас, ну действительно, ребят, у нас какая-то лачуга настоящая, поэтому не хочу даже вас расстраивать, но опять же, если кто-то вдруг планирует, hello, если кто-то вдруг планирует посетить этот отель, то сразу скажу, что не берите дешевые номера, не экономьте так, как мы, потому что действительно вас постигнет разочарование. Так, ребят, мы пришли пообедать в заведение. Мы пришли пообедать в шведское кафе. Я заказала себе сначала салат, и к нему мне принесли еще вот такой соус с хлебом. Ну, это, наверное, сверху? Ну, конечно. Ладно, будем пробовать. Соус оказался вкусным, поэтому можно еще добавить. Он специево-пряный. Thank you. Так. For Sweden, так. Так. It's Sweden. Yeah, так. Так, so fun. Так, so fun. Yeah. Okay, okay. Продолжаем нашу трапезу. И заказали горячие. У меня Green Curry, если я не ошибаюсь, правильно название. И вот такой забавный медвежонок. Это просто рис. Ты запомнил? Нет. Значит, это... Короче, наверняка это вкусно. Уже не важно, как это. Так, so fun. Так, ну что, для меня первое неожиданное, что это оказывается сладкое блюдо. А у тебя как? Со шпинатом. Да. Это вот эта вот та самая лапша. Да, 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 да. Широкая. Да, да, да. Все. То, что я хотел. Здорово. Я могу сюда рис добавлять, правильно? Сейчас так и сделаю. You stay here. Five years. Do you like it? Yes, I like it. Every time is t-shirt weather. Every time is hot. It's wonderful. Yeah. You. Patsy you. Mr. Big noodle with okay. В общем, ребят, отличное место мы нашли для того, чтобы пообедать. Обязательно сюда вернемся. Вот так называется заведение. И его хозяин из Швейцарии, сейчас познакомились с ним. Очень приятный мужчина, радушный, гостеприимный хозяин и отличная кухня. А мы добрались до знаменитого пляжа Ламай. Конечно, по сравнению с нашим, этот пляж просто бесконечный. Он такой огромный, и здесь потрясающей красоты вода. Да, находиться здесь, конечно, намного беспокойней. Здесь и музыка играет, и какие-то строительные работы идут. И людей, конечно, много, и много торговых представителей разных людей, которые предлагают свои услуги на пляже, разную продукцию местную. В общем-то, спокойно так не полежишь, как у нас. Сейчас, друзья, я покажу вам, что будет, если вы так же, как и мы, решите сэкономить на номере в отеле. Вот такая ситуация у нас получилась. Там дорога. Это у нас запасной выход из отеля. Да, мы с Виталией, конечно, смеемся и говорим, что это наша лачуга под огромным банановым листом. Покажу быстро, просто чтобы другие знали, что можно оказаться и в таких условиях. И вообще складывается ощущение вот с этой стороны, что это не номер отеля, не бунгало, а просто какая-то складская кладовочка. Да, вот здесь к нам предложили сушить вещи. И вот таким образом выглядит наш номер. Да, мы, конечно, когда вчера впервые зашли сюда и все это увидели, так многозначительно друг на друга посмотрели,
но поняли, что ничего нам уже не поменяют, все номера заняты остальные, так что придется жить как есть. Но ничего страшного, это ни в коей мере не омрачит наш отпуск. Доброе утро, друзья! У нас 6 утра, я хотела поснимать рассвет, но солнышко уже, конечно, поднялось повыше, но тем не менее, посмотрите, как это прекрасно. Погода будет сегодня тоже отличная. Ну, моя подружка уже проснулась, там ходит по крыше. По плану у нас сегодня переезд в новый отель. Но переезжать нам недалеко, потому что мы решили остановиться на этом же пляже и выбрали отель, ну, можно сказать, по соседству. Да, у нас, кстати, освобождается сегодня вот этот вот номер с большой террасой, вот с таким потрясающим видом, но ценник там заоблачный, поэтому нет, мы выбрали что-то поскромнее. Ой, ну привет, привет. Кричите мне тут. Ну-ка тихо, все еще спят. Это маленький бассейн нашего отеля, а там дальше расположен еще большой. Но за все 3 дня проживания в отеле мы ни разу не зашли в бассейн вообще. Купаемся только в море. Отличные виды с него, но все же отель достаточно старенький, и я считаю, что ему не то что нужно, а просто необходимо пройти какую-то реконструкцию, даже хотя бы малейшую. Ну, скорее всего, в отличие от Турции, сделать ремонт достаточно проблематично, потому что туристы приезжают сюда круглый год. Когда мы выбирали наш отель, конечно же, мы ориентировались по букингу, по тем видео, которые можно было найти на ютубе, по отзывам. Но, к сожалению, нам достался ужасный номер. Я понимаю, что это самый дешевый, но все равно мы на такое точно не рассчитывали. Свободных номеров в нашем отеле, к сожалению, не оказалось. Тогда мы решили обратиться, опять же, в Booking и посмотреть разные предложения именно на нашем пляже, вот на этом, на Crystal Bay. Но Booking нам показал, что все занято. Поездили все, посмотрели, приценились, так скажем. Ну и в итоге решили, ну просто уже наугад, а давай все-таки на нашем пляже попробуем еще походить по отелям и узнаем, есть ли там свободные номера. И что вы думаете? Пожалуйста, выбирай себе номер, какой хочешь. Ну, практически, ну то есть достаточно большое количество именно свободных мест. Да, еще мы поразились тому, какая большая разница между ценами на букинге и теми, что называют уже непосредственно на ресепшене. И получается, что наш номер, в котором мы сейчас жили, можно было взять, ну, практически в 2 раза дешевле, если бы мы брали его уже здесь на месте. Мы вчера так достаточно даже неплохо поторговались и решили арендовать все-таки отдельно бунгало. Небольшой домик, но очень уютный и в тихом месте расположенный. Я что в своей зеркальной камере, что в этой, вообще не вижу, что я там снимаю. Но здесь хотя бы у меня есть вот такое приложение, видите? Я могу смотреть, глядя в телефон, что там вообще за картинка у меня получается. Прошло буквально 20 минут, солнышко поднялось и стало уже сразу намного жарче. Ладно, нагулялась, пойду будить мужа, пора уже вещи собирать и на завтрак идти.